Так, господа и дамы, приветствую у вас в гостях. Сегодня у нас продолжение вчерашней истории. В общем, Ланос, брательника, будем снимать голову, вести на ремонт. В общем, подумали, решили, что все-таки, короче, мы снимем головку, отвезем ее в харьковскую контору ДОСАВ. Что ты хочешь? Да, чтобы ВДшку не покупать. Нахуя покупать ВДшку? Она вот стоит... советчик. Нынче дорого. Советчик. Да я одну пару взял. Ну, в общем, по сути, что? Ближе к телу. Разбираем, снимаем. Выпускной. Впускной можно будет там на месте снять. И, в общем, все, что мешает, разбираем, снимаем голову и везем ее на ремонт. Так, ну буду по ходу пароходу, короче, снимать видосики, информировать вас. В общем, все будет норм. Не свалит? Йоу. Остались последние штрихи. Есть у меня предположение еще. Все. Вот тут вилка такая идет вниз на блок. Как бы она... Просто я не вижу, где она выше пошла. Вот видишь, вот эта вилка, Тём. Она... А. Приколитесь. Я такого даже не видел. Сразу прайс. Прайс, цен. Давай, камера, что ты так работаешь? О. Нормал. Наша головочка. Ну, мелочь то не надо мыть, то можно обтереть. Опа. А мелочь, да. Ну что, заряжай, а что там, какие монеты надо? А этот, слышишь, а его, ну, пауза есть даже, да? Да, вообще нормально. Интересно, где они вообще этот автомат надыбали? Это именно такая, походу, этот... Ты ж сначала этот, дай... Процесс и пошел именно. Ты пена или что? А что, пена другой пистолет? Надо было изначально пены просто дать ему и все. Активная пена? Да. А может вот. О! Вот это нормально. Вот это нормально, да я. За нее можно же будет потом взяться, хоть, ё-моё. Мужики спасибо скажут. Ну, видишь, и прокладочка сразу отошла. Давай здесь пацанам оставим. Впуск какой-то дрековый попался, прокладон именно. Включай. Давай. Вообще огонь именно. И пахнет вообще именно кайфовенько.
3 литра воды.